Так, куда? Я обычно по воде прокатываюсь, ну, и возвращаюсь потом обратно куда-нибудь сюда. Короче, ты знаешь, у нас там, у нас наши штатные ЛТшки оттуда не возвращаются. Штатные. Да, да, да. Так что. Кстати, у нас не штатная. Ну не знаю, сейчас посмотрим. То есть, если я сдохну, то я штатная. Да, да. Я правильно поняла? Ну, если ты не вернешься, если ты не вернешься. Так что постарайся. Сейчас упарюсь просто в ноль, прям туда, в А-линию. Александр Богданов, здорово. Я уехал. Могут, конечно, мне сейчас артоводы дружеский огонь устроить. А чё, а где это? Где все танки? Да, а Вова куда поехал? Вова на этот... Вазика свечу. Выстрел. Хорош. Хорош. Ну там хорош, да, 700, а я-то шо? 140. Попроси, пусть он пока не едет. Еще одну гуслю бы ему. О, слушай, тут тебя сейчас накидают на все оставшееся. А что ты убегаешь? Ты в свету опять? Нет, все нормально, просто уже... Че, ребята уже проехали, я там уже не посвечу, они сами все увидят. Да подсветишь, а у нас здесь центр, смотри, видишь, что делается. Здесь помощь нужна. Ну смотри, как скажешь. Вон, видишь, к тебе ЛТшка приехала в гости. А я в КД еще секунду. Я еще не в свету. О, сойдет. Ну, видишь. Леопард 10 секунд. Пуст. У нас вторая арта выехала без боекомплекта. Да, правильно. Вон этот. Вон как это. Король тарана. А у меня ничего не лагает, и нормально. У меня нормально все. Леопарда жду. Блин, че за лаги? Не, мне пишут, что типа у меня лагает, а у меня все окей. На стриме или где? Ну да, у меня все окей. Должно быть. Артем Обозный, привет. Даркник, здорово. Геннадий Абраменко, здрасте. Спасибо за пожелание. Катя, тут это спрашивает, с кем мы на стрим вышли. С таким ангельским голосом. О, спасибо. Так, о, леопард там. Видишь леопарда, сможешь поменять? 16 секунд. А, вот этого? Вот тут? Да, слушай, вот не пугай его только раньше времени. И все будет хорошо. Он ему хорошо. Хорош. Тогда там напихали пацану. Там, угу. Смотри, левый фланг у нас прогнулся. Вижу, да. Ну там воевать не надо, а подсветить неплохо было бы. Сейчас я попробую. Манагер, здорово. Может, я настолько уже к ним привыкла, что я их не вижу? Видимо, хочу принять смерть от бабахи. Не надо. Там не надо, я не думаю, что бабаха в этом самом пойдет на тебя. Ну, ОМОН легко. Ай-яй-яй. Ну, я чекаю его закатку. О, нет, а бабаха едет. Оп. Это ты как сделала? Без засвета еще. Без засвета? Я через кустик. Да, через кустик. Смотри, его. Я сюда свился. Можешь так еще что-то там соригинальничать? Mm-hmm. Не, лучше отойди оттуда. Лучше отойди, подсветишь. У меня, в принципе, есть в кого и стрелять, и все такое. Если ты будешь его пытаться подсветить, сначала мне скажи. Буду пытаться, конечно. Не, ну подожди. Ну, быстро слишком. Мне в КД.
Слушай, такой подвес был только что. Представляешь, заходит трасса, и только потом впок. Слушай, а ты сюда закидываешь? Он просто мог здесь выставиться. Ну, если он свое жало высунул хорошо, тогда да, так нет. Да не, он может просто стоять ждать этот самый. Там гриль вообще на открытый стоит, я просто не туда стрелял, 121-го. Там получается, смотри, леопард вообще у них поношенный полностью. Угу, да, я вижу. Настолько леопард наш отдался, как дурачок. Ну, как ты свечиваешь-то оттуда, блин, ты чё, 121-й? Офигел. А это может даже и не он. Да он, блин, вон, он. Рожа стоит его, блин. Нет, то, что рожа стоит, я вижу. Паскуда, блин, а? Посмотри, я, блин, за 300 километров от него. И он меня видит. Собаки бешеный кусок. Так, кто может зашел и хочет видеть большую динамику? Катя, наш совзводный. Наша совзводная. Она тоже стримит. Только на трово. Надо было долю секунды обождать. И я бы, может, его даже чпокнул. Андрей Чукотский, здорово. Тут мне меня кажется, спрашивают меня, как можно терпение столько иметь перезаряжаться 30-40 секунд. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как это так? Ты что ты? Он прям смотрит на него, да. Что ты делаешь? Он едет. Блин, зараза. Принимаете его? Я свелся. Пока гриль идет. Он меня сейчас примет, я так понимаю. Черт. Ну, ну. Две арты КД, они на А1, А2. Да, я видел, но что-то этот клоун не едет. Не едет Вов, вообще, блин. Хитрожопый. Смотрите сзади этот гриль. Вов, на гриля выходи. Я, блин, да. Попробую. Я тоже оставляю. Я сведусь на 121-го, я не знаю, там он есть, нету. Я в КД, и я больше туда не высовываюсь, потому что бабаха могла заехать. Блин, бабаха не вот прекращи, где угодно сейчас, елки-палки. Там хитрый леопард сидит. Самозатопление. Вообще офигенно. Бабаха КД? Да, 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 вот только что он откадышился. Не откадышился, а в КД ушел. Я разбирай его, разбирай, разбирай. Я КД, КД я. Вообще полный КД. А, переехал 2.61 на воду. Давай, давай, ты еще... А, ты еще в КД? Нет. Нет, я не в КД, он откадышился уже. Ну, у него 25 секунд, еще он успевал это. Нет, ну лучше от базы. А там более. Под жалобы с-под него, и он бы никуда не делся. У них два дурака на тяжах. Уже давно могли бы 60 ТП разобрать. Они там все ушами. Рачина на 2.61 убежал уже на воду. Умный. Красненький расчет. А здесь уже нет никого, да? 121-й красный там сидит. По-любому он до сих пор там. А ты его не можешь высветить, Кать? Да я вот пытаюсь. Я сейчас встала с другой стороны. Что там на воде? А там попадается с этими. Блин, тебе может по центру леопард? Вот, блин. Я хочу сейчас попробовать. Ага, вот, 121-й едет. Дай ему. Я его сейчас не вижу. Я в КД. А ты зайди ему в спину. Он я через зайду. Меня идет. Да-да-да. Он остановился. А он артобата увидел. А там увидел. Леопард. Не-не-не. Мне надо было его. Вот через кустик этот. Только развернись в другую сторону. Сами разберетесь, я ПВ закину. Сейчас. Бабаха вышла.
Бахает. Да. Стой, 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 вот, жди, жди. Да, блин, подождала. Так ты не спеши же. Вот. Ты же поспешила, не досвелась. Две арты КД. А, ну не полностью. Всем, кто заходит, привет. Ну, есть вариант за артой туда идти. По уху. Бачат там. Леопард очень давно не светился, он мог и переехать. Леопард, он может быть где угодно, на том же центре. Шесть снарядов есть. Где угодно может быть. Там 60 ТП надо помогать как-то. Да, он там так долго живет, я вообще не представляю. То есть это он весь бой, он в начале боя туда закатился. Вот эти двое там стояли. И до сих пор. Ну, у него так ХП еще там прилично, 2300. Угу. Ничего себе. Ты же знаешь, как такие танки заканчивают? Взрывом БК. Не, 60 ТП не такой. Это был бы 705, тот да. Вообще в легкую. Вот Вась твой. Не, не закину туда. Накрыл. Накрыл, говорит. О, хорошо, видишь. Угу. Не отдавай третий. Я лучше отдам. Вот 10 секунд. Я это тебе говорил, что ты не отдавал, а под свет дождала бы. Вон он, бачат. Я же говорю, сидит в углу. Есть вот, 4 на центре. Четверка на центре. А где леопард? Блин. Арта. Вижу. Ага. Блин. Надо возвращаться. Леопард. Да, надо. Потому что леопард сейчас поедет вырезать. Миш, ты не спеши стрелять. Ну, я сейчас как-то на той карте светить буду. Две минуты осталось всего. Да, надо говнюков найти и убить. Если здесь нет, надо тебе поджиматься по центру. Я вот с нашей собираюсь. Стороны, под стенку, чтобы вверх зарентгенить. Понимаешь, да? Вот здесь вот по центру прокатиться. По правой стороне. Смотри, в теории я могу вместе с тобой поехать. Не-не-не, чуть по идее здесь нет, получается. Он последний раз был наверху. Угу. Как бы он там не перевернулся. Мне кажется, что да, как будто бы он на боку, что ли, лежит или еще что. Ну, заходи через центр, да-да. А что делать? Он тебя с выстрела не уберет, а ты его должна добрать. Ну, у него альфа, может. Не-не-не-не-не. Не сегодня. Вот он. Вот. Я же сказал, не сегодня. Четверку рентген. Да. Он там внизу так и сидит, да? Конечно. Надо бы еще кому-то заехать на захват. Может, бачат на захват хоть станет. Ну куда я там хоть еду?
Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. На тоненького. Ну это вообще. Трубадур, здорово. Серега, здравствуй. Попал на стрим. Ну, тут такое, видишь, мы поздно приходим. Ну, это сегодня рано. Юра Щитников, здорово. Ну, это, наверное, у Володи слышно озвучку. Ну, вот такой бой интересненький. Блин, или просто уже закончить на этом моменте. Ну, ты сама смотри. Ой, спасибо за подписку. Ты сама смотри. Ой. Давайте на сегодня все. Вот. Вот на хорошей ноте, да, получается, что я 11, да, вот, да, 12% подняла за стрим. Ну, это хорошо. Ребят, вам спасибо вообще. Ну, давай, Катя. Давай, мы сейчас, а я тогда сейчас S51 возьму, а то мне уже неудобно. Мне уже 35 раз. Давай, до связи. Пиши, звони, телеграфируй.